Ляо, лучший бомбардир Милана, 9 мячей на его счету, штрафную площадь пытается ворваться, но там но клуб с амбициями, клуб с историей, клуб, который должен вернуться на высокие позиции. Им оказался Милан. Доступен примерно через полторы недели, вполне возможно, даже в следующем выиграли фиалки. У нас в атаке сейчас Милан, Рафаэл Ляо, нет вариантов для передач, поэтому сохраняем. Ведь не будет, пас налево, Рафаэл Ляо, что придумает португалец, метит защитников. Вытесняя немного чуть правее Калюлю, а Калюлю сметать, пребывает в суперагрессивном состоянии Ферентины. Вот чем вопрос. Фикает Томори подключался. Рафаэл Ляо. Оливье Жиру покатил! Пробить Рафаэл Ляо! Ну как же это? Так, Ляо. Эрн, футболиста Ферентины. Тарачано ошибается при выносе. Рафаэл Ляо подхватывает мяч. Он уже штрафной. Ляо! 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 Играют на выезде. Усиливается. Линию атаки Рафаэл Ляо. Опять оба может набирать скорость. Португалец на широком шаге. Крунич, Ибрагимович, Ибрагимович. Ляо. Ай-яй. Он продолжает движение. Он уже штрафной. Прострел. Рафаэл Ляо, автор единственного гола в этом противостоянии.